Юго-остинские спортсмены с огромным успехом выступили на чемпионате и первенстве Республики Северная Осетия Алания по всестилевому карате. Из Южной Осетии в соревнованиях участие приняли 29 спортсменов. Юго-остинская сборная команда привезла 27 медалей, 12 из которых золотые. Ирста, благодарю вас, город Джабджакава, республиканский уровень следующей соревнования. Ирста, хвадрость, Шагот и Ристо не ходит так. Кабардина Балкара даже десят верхунд команда, а Мухтар Югун команда Хуса Ристо наша десят. Хуса Ристо най окут там шта команда. Разные весовые категории, та десят кейзакане возрастные категории, та дермендер, та десят бодисят нам взросли та дер. 18 плюс кеше хунам. Вообще возрастная категория. На комарга и некто сахи, тенге хров достой, бирет аж фет чохот, удаст охамей рест, общий рест, дарма сахи ров достой, тен хурзу. Победителями соревнований стали Умар Пухаев, Роман Мамитов, Герман Техов, Марат Тедеев, Суслан Гапоненко, Арсалан Чибиров, Роберт Кузаев, Александра Сычева, Алана Кулумбегова, Георгий Кумаритов, Елизавета Алборова, Давид Харебов. Серебряные медали завоевали Хейтек Хацерте, Давид Кабулов, Ацамас Кулумбегов, Олеся Алборова, Елизавета Лалиева, Марат Джабиев, Дмитрий Кузитаев, Эрик Сиукаев, Арсен Харебов и Артем Джиоев. Бронзовыми призерами стали Казбек Кабулов, Виктория Тигиев, Сармат Базаев, Шамиль Бекоев и Лара Карсанова. Для некоторых молодых спортсменов это первые международные соревнования. Мне соревнования в основном понравились. Я выступила нормально, я завоевала первое место. Дальше будем еще больше тренироваться и выигрывать только первые места. Заняла первое место. Нормально, они тоже были сильными. Ты впервые выступаешь в соревнованиях? Нет, второй раз. Соревнования прошли хорошо. Была я там не первый раз. Новые соревнования будут в мае, и сейчас мы тоже к ним уже готовимся. Тренеры спортсменов Зелим Хасев, Азамат Бестаев, Вахтанг Валиев, Артем Джабиев, Яков Хитагуров и Мамед Кулумбеков. Тренер также отметил, что юго-остинская команда заняла второе место в общекомандном зачете на соревнованиях. Будет я сахот так вот, если тинг, что мы дисуем, тинг зрелищный вдисто. Что задача за сверт, там и оресты, куда мы лофта, ме це змахивате лично тек доволни ден. Куште стем дошта ке зарна кран може из шелбокусем на радете телме куште стем дошта. Мамед Кулумбегов выразил слова признательности за помощь в организации поездки и главе администрации президента Игорю Кузаеву, а также родителям, которые всеми силами стараются поддержать своих детей. Свою финансовую поддержку детской спортивной школе регулярно оказывает глава государства. Спортсмены уже готовятся к новым соревнованиям, которые будут проходить в мае в Российской Федерации. Эльвира Тибилова, Арсен Гасев, Оксана Таева. Информационный выпуск сегодня.